Давайте возвратимся к 4 главе послания к Ефесянам. We learn something very important about a discipleship covenant community, a discipling covenant community. Где мы узнали что-то важное об общине Нового Завета, практикующей ученичество, община ученичества. And that is, it says, и как там сказано, the saints are to be equipped, святые должны быть готовы. And at the end of verse 16, each part or member does its work. И в конце 16 стиха при действии в меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя. You're not really acting like a member of a congregation unless you are engaged in doing the work. Если вы не принимаете участие в работе, то вы на самом деле не являетесь членом общины. Every member of a congregation should be able to say what their job is in that congregation. Каждый член общины должен сказать, чем они занимаются в общине. Is that true? Верно. Now, it may not be a formal task that is a, you know, with a job description of a specific task. Возможно, это не формальное поручение без какой-либо должностной инструкции с описанием задания. But it's an area of regular involvement in service. Но это сфера постоянная вовлеченность в служение. We began by talking about shamashim or deacons. Начали мы с шамашим или диаконов. But last night, но вчера вечером, emphasizing what I would call the pastoral discipling structure. Мы сделали особое ударение на том, что я бы назвал пасторская ученическая структура. And this is very important. И это очень важно. The whole thing is based on relationship. Так как эта структура основывается на взаимоотношениях. It's not based on a structure of a bureaucracy or an organization. Она не основывается на бюрократической структуре или организации. But is a spiritual organization, you understand? Хотя вы понимаете, что это духовная организация. But it's based on imparting what one person has to another person who receives. Но она основывается на том, что один человек передает другому. Patty says that this is the nature of authority and submission. Моя супруга Пэдди говорит, что это природа власти и подчинения. In the discipleship realm, that is. В сфере ученичества. Sometimes in a position organizationally, and then it's different. Если этот человек занимает какую-то другую должность в организации, тогда это отличается. But the idea of mutual blessing. Но это идея обоюдного благословения. Человек у власти может что-то дать. И чтобы кто-то смог это принять, то он должен быть в подчинении. Поэтому в конечном итоге, не в начале, община становится более зрелой. Вначале есть пастор-основатель с небольшой группой людей. Но когда структура становится более зрелой, в которой есть главный пастор, или старейшина, или раввин, как бы вы ни назвали, мне все равно. Он создал семейные взаимоотношения с остальными пресвитерами. He is imparting himself to them. Он передает часть себя им. And so they, he reproduces himself in them. Он воссоздает себя в них. And it's his relationship, his friendship, his walking with them. Его взаимоотношения, дружба и жизнь связана с ними. It doesn't happen because he gives lectures to them. Это не происходит только потому, что он читает им лекции. It happens because they walk together. Это происходит потому, что они живут вместе. And then the elders, у пресвитеров, they have the relationships with the
Есть взаимоотношения с лидерами групп ученичества, которые также являются диаконами. Некоторые из этих лидеров ведут домашние группы. Диаконы — лидеры домашних групп. Здесь есть несколько малых групп. Они будут строить с ними взаимоотношения. Другие люди, на которых не возложены пасторские обязанности, и задействованы в структуре общины. Они развивают взаимоотношения. Поэтому лидеры домашних групп развивают взаимоотношения с членами своих малых групп и идут рядом с ними. Поэтому вся община становится пасторской общиной. Все соединены друг с другом. В некоторых группах это центр ученичества. Группу ведет человек и люди, которые могут передать им то, в чем им еще следует расти. Итак, каждый здесь, из этих людей, захотел бы провести время с главным парнем. Когда у человека появляется проблема, то кому он позвонит? Они позвонят главному пастору. Почему бы мне не обратиться к главному пастору? Потому что у него больше мудрости, больше опыта, больше зрелости. И я знаю, что он сможет мне помочь. Например, если бы главный пастор постоянно позволял этому происходить, то он принесет вред себе и своей общине. Идея, что он должен быть полностью доступен для людей, и идея, что у людей есть право на его время и энергию, это гуманистическая идея. Потому что кто является нашим помощником? В основном. Иешуа. Потому, создав структуру общины, прежде чем обратиться к главному пастору, вы должны поверить, что Дух Святой будет действовать через ваших друзей. Может быть, один из ваших друзей поможет вам. Вы можете также обратиться к лидеру группы. Всех наших лидеров малых групп мы учим консультированию. Можно подготовить двух консультантов, которые, возможно, и не будут лидерами групп. Потому что консультирование — это вид ученичества. Почему я сказал, что всегда обращаться к главному пастору — это гуманистическая точка зрения?
Потому что вы доверяете человеческому существу из-за его лидерской позиции. А не доверяете тому, что Бог будет действовать через людей, с которыми Он вас свел. И если помощь сверхъестественна, тогда божественная сверхъестественная помощь, я укажу на Дух Святой, может прийти через этого человека. Главный пастор может знать сверхъестественную силу помощи, но он не призван помогать. Кроме того, когда эти люди видят, что это слишком трудная проблема, которую они не могут разрешить, тогда они вместе идут к главному пастору или к пресвитеру, который ответственен за эту группу, и вместе решают проблему. Лидер растет на примере того, что он видит в старшем человеке. Поэтому он учится и готовится. И если люди всегда будут обращаться непосредственно к главному пастору, тогда никогда не вырастут новые лидеры. Если вы идете в госпиталь, где учатся будущие хирурги, то кто там проводит операции? Кто проводит операцию? That's right. You know, ученик профессора. Интересно, что в таких госпиталях в Штатах, я не знаю насчет Бразилии, вы записываетесь на операцию к известному хирургу. И если только вы попросите, чтобы студент не оперировал на вас, то студент может сам провести операцию, и вы даже не будете этого знать. Или же главный хирург ответит: «Тогда я не буду оперировать». Вы должны готовить будущих хирургов. Они готовят будущих хирургов. И знаете что? В таких госпиталях операции происходят успешней. Главный хирург не позволит студенту все испортить. Okay, now, here's the problem. Проблема состоит в следующем. When the leader, когда к лидеру, totally available, главному пастору, totally unavailable, можно прийти в любой момент, то он становится полностью недоступным. Если каждый придет к нему и он скажет «да», тогда ему придется сказать «нет» тем людям, которые на самом деле должны к нему попасть. Намного важнее готовить новых лидеров, чем решать все проблемы всех людей. Because otherwise the whole body does not have the strength to take care of the people. Иначе у тела не будет силы, чтобы позаботиться о всех людях. Всем понятно? Okay.
Все это основывается на взаимоотношениях. Каждый созидает дружбу, взаимоотношения. У нас есть курс ученичества для каждого в общине. Это все заповеди Иешуа. Итак, еще один очень важный аспект подготовки. Это администрирование. Очень важно, чтобы пастор или лидер, или любой другой человек занимались тем, к чему они призваны. В религиозном мире существует фраза. Возможно, вы слышали ее. Призвание там, где нужда. Призвание там, где нужда. Эту фразу вывели пастора, чтобы показать людям их призвание там, где есть нужда, даже если те не верили, что призваны к этому. Но это невозможно применить. Если у людей есть общение с Богом, и они посвящены Господу, потому они услышат Его призвание, что происходит? Ход общинной жизни — это жизнь делегирования. Существует два вида делегирования. Первый — делегирование ответственности. И второй — это делегирование поручений, простых поручений. Например, выбирают лидера шаббатной школы. Или же лидера видеослужения. Или лидера бригады строителей. Или бухгалтера общины. Некоторые должности оплачиваемы, некоторые нет. Это сферы ответственности. В важных сферах нужно отчитываться перед тем, кто делегировал ответственность. Иногда нужно отчитываться перед советом пресвитеров. Научить людей быть ответственными в своей сфере — это часть ученичества. Когда я был пастором, вот о чем я узнал. Большинство поручений, которые я делегировал, я мог бы и сам сделать намного лучше. Если я делегировал задание, то понадобилось больше времени на его выполнение. Потому что им нужно больше времени на выполнение задания, чем если бы я все сделал сам. Но это только в краткосрочном периоде. После их подготовки мне ничего не надо было уже делать. Я мог подвести их к тому, что они могли делать что-то так же хорошо, как и я. Поэтому в краткосрочном плане легче все выполнять самому. Но в долгосрочном плане вы обманываете себя и их, кем они должны стать. Поручение — это что-то абсолютно другое. Какое поручение? Например, вы говорите секретарю Сьюзен, я хочу, чтобы ты забрала почту до обеда, потому что я уйду из офиса в 13:00.
I'm going out for a coffee at 11. Выйду на чашечку кофе в 11. So when I get back, I want to see the mail. Поэтому, когда я возвращусь, то хотел бы, чтобы почта была готова. Okay. Понятно? It's a task. Это поручение. Samuel, I want you to go to the Christian bookstore and find the new CDs for worship that have come out in the last few months. Самуил, пойди в магазин и посмотри новые CD с поклонением, которые были выпущены за последние несколько месяцев. And I want you to listen to them. Послушай их. And recommend to me and the worship leader the best stuff. И порекомендуй мне и лидеру поклонения самое лучшее из того, что ты услышишь. Samuel, I want you to work with the building coordinator and see that the gutters are repaired before the rainy season comes. Самуил, поговори с ответственным за зданием. Проверьте, все ли в порядке с водосточными желобами, пока не начались дожди. Say to the building coordinator, I want you to find somebody to repair the gutter. Скажи ему, чтобы он нашел мастера, который бы починил водосточные желоба. Now, we call either an area of responsibility or a particular task a monkey. Мы называем любую ответственность или поручение обезьяной. There's a little monkey. Маленькая обезьяна. Isn't it cute? Monkey. Обезьяна. A kuf. Kuf на иврите. In Hebrew. Now, why do I call him a monkey? Почему я называю задание обезьяной? It is. It's a human monkey. Обезьяна, похожая на человека. Make his mouth more monkey-like. Факты об обезьяне. Okay. Now, here's the thing about monkeys. A congregation is described as a body. Община — это тело. The head of the body is Yeshua. И сказано, что Иешуа является главой тела. Right? Верно? But но you find that in a normal congregation, в обычной общине the head of the congregation under the headship of Yeshua is the head pastor. Лидер общины под главенством Иешуа — это главный пастор. And then you have the congregation, you know, you have the whole congregation. And so this is the local congregation is the body. Here's the local congregation. So the head, here's the pastor, and this is the congregation. Вот вся поместная община, тело. Глава — это пастор, и вот община. So, here down on the bottom, поэтому внизу delegated tasks. Делегированные поручения. Delegated tasks to the members in this part of the body. Вы делегируете задания членам общины в этой части. Это задания пониже, и они не так важны, но их нужно выполнить. Вынести мусор. Подрезать кусты. Возможно, на этом уровне находятся лидеры малых групп. Координатор шаббатной школы. Now, here's a little monkey. Вот маленькая обезьянка. See the little monkey? It's very little. Крошечная обезьянка. What does the monkey want to do? Что она хочет сделать? If you take a monkey, now, я знаю, что в Бразилии есть обезьяны. Rio, I saw them all over. Когда я был в Рио, то видел их везде и всюду. Прыгают ли обезьяны по деревьям в Беллу? Да.
Если вы возьмете обезьяну и поставите себе на ноги, что она будет делать? Что она будет делать, если вы будете стоять рядом с ней? Что сделает каждая обезьяна? Она заберется. Она заберется прямо к вам на голову. Верно? Поручение и ответственность. Поручение и ответственность всегда хотят забраться к вам на голову. Эта обезьяна хочет забраться на голову. Люди в теле Христа иногда помогают обезьянам забраться на голову. Иногда она должна залезть на голову. Голова должна узнать об их важности. И цель — спустить этих обезьян вниз, которых очень много. Обезьян в теле очень много. Обезьянам разрешается взобраться только на тот уровень, где они должны находиться. Обезьяна у ног не должна воссесть на голове. Например, когда мой друг стриг газон, главный пастор стриг газон, то он позволил обезьянам у ног взбираться на голову. Он стрижет газон. Он не молится, не готовится к проповедям, не готовит лидеров. Лидер должен справляться со своими обезьянами. Они не должны залазить сюда. Все обезьяны не могут залезть на него, или же он умрет. Ключ к администрированию — отдать заботу об обезьянах тем, кому они принадлежат. Итак, вот тебе поручение. Починишь водосточные желоба до начала дождей. Ты пастор. Тебе бы не следовало это видеть, но ты видишь. Этого так и не сделали. Поэтому ты идешь к ответственному за здание и говоришь ему: «Я хочу отдать эту обезьяну тебе. Можешь позаботиться о ней? Накорми ее. Хорошо к ней отнесись. Или же отдай тому, кто позаботится о ней». Затем тот человек зовет одного из своих подчиненных, который знает, как чинить водосточные желоба, и говорит: «Яков, мог бы ты починить желоба? Могу ли я отдать тебе эту обезьяну?» Главный пастор больше никогда не должен слышать о ней. Он может спросить: «Ну, как с ней дела?» И это называется заключительный ответ. Вы должны его проводить. И затем, когда входит пастор и смотрит вверх, и видит, что водосточные желоба починили. Вы знаете, что некоторые обезьяны большие, размера с гориллу. Поэтому пастор идет к лидеру шаббатной школы.
и говорит: «Я хочу, чтобы вы разработали более еврейский мессианский курс обучения в школе». Вот где вы найдете мессианский еврейский материал, традиционный материал. Я хочу, чтобы вы разработали учебный курс, поговорили с учителями, возвратились ко мне, когда все будет готово. Лидер шаббатной школы может сказать: «У меня нет времени на все это. Я не буду этого делать». И говорит: «Хорошо, пастор», а потом: «Я не буду этого делать. Наш христианский курс достаточно хорош, я просто проигнорирую это». Это указывает на еще три факта об обезьянах. С обезьяной вы можете делать три вещи. Накормить обезьяну, морить ее голодом или убить обезьяну. Кормление обезьяны — это исполнение обязанностей. Позаботишься и накормишь эту обезьяну? Да, накормлю. Но если вы не заботитесь об обезьяне, то обезьяна будет голодать. И голодающие обезьяны принесут много проблем. Если у вас много голодных обезьян, много обязанностей и работы, которую нужно выполнить, то это окажет негативное влияние на всю общину. Голодные обезьяны. Есть ли голодные обезьяны в вашей общине? Они есть в каждой общине. Но также знаете, если задание важно, то иногда голодающая обезьяна умрет. И мертвая обезьяна завоняется. Иногда вы делаете то, чего не должны делать. Вы взяли себе обезьяну, но на самом деле вам этого не следовало делать. Может, вы скажете: «Нам не нужен больше этот кружок по кройке и шитью. Никто не хочет его вести. Я думаю, что мы застрелим эту обезьяну и проведем приличные похороны». Тогда не будет этой вони. Мы не должны прекратить заниматься некоторыми вещами. Некоторые программы и обязанности не следует делать. Поэтому пристрелите обезьяну. Цель — отдать обезьяну человеку, стоящему на самой низшей ступени в системе делегирования. Если поручение может исполнить обычный человек, который не является лидером, то лучше попросить этого человека. Если поручение может выполнить диакон, то не давайте его пресвитеру. Если задание может выполнить лидер, то не давайте его главному координатору. Сохраните для главного пастора только те обязанности, которые он должен выполнять. Неизбежно, неизбежно. Люди будут безответственными.
они не будут кормить своих обезьян. Вы когда-нибудь видели детей с домашними питомцами? Они говорят: «Мама, папа, купите мне эту собаку, кошку, птичку. Я буду ухаживать за ними». Клетка грязная. Собаку не выгуляли. Мы всегда даем нашим детям домашних питомцев. И хотя они безответственны, это помогает воспитать их ответственными. Не так ли? Мой сын знал, что каждое утро он должен выгулять собаку. Иногда он одевал свои ролики, и собака тянула его за собой. И каждое утро он это делал. Видите, что члены общины обычно ведут себя безответственно. Суть ученичества — помочь им стать ответственными, чтобы они смогли ответственно исполнять поручения. Если они не выполняют поручения, то их нужно дисциплинировать. Иногда, к сожалению, у них нужно забрать это задание. Но если они хотят следовать за Иешуа, члены общины учатся ответственности благодаря делегированным поручениям. И это очень важно в служении бедной категории населения. Есть две причины, по которым люди бедны. Первая причина — несправедливая социальная структура. Но не всегда в этом дело. Это не единственная причина. Вторая причина — это образ мышления бедняка. Поэтому, если вы служите беднякам, то вскоре вы увидите, что бедные — очень безответственные люди. Научить бедняков ответственности — один из способов помочь им выбраться из бедности. Мы учим выполнять работу для Господа с превосходством. Если вы помните обезьян и тело, морить их голодом, кормить их или пристрелить их, пытаться держать обезьян подальше, затем вы создаете последующую структуру подотчетности. Вы поймете, что такое администрирование. Простая модель управления. Если нужно будет работать всей общиной, то я приду и поработаю. Потому что все мы в одном здании. Это замечательно, но совсем не означает, что я постоянно буду решать вопросы со зданием. Тело крепнет, когда каждый член и каждая часть выполняет свою работу. Итак, что еще добавить к этому?
Человек, который делегирует полномочия, должен получить ответ. В самых важных вопросах нужно отчитываться непосредственно перед советом пасторов. Поэтому в нашей общине люди, которые занимаются самыми важными вопросами, встречаются с лидерами раз в месяц.